Сегодня еду в поселок Садовый, а именно к этому светящемуся облаку, которое видно со многих точек Свердловской области, чтобы посмотреть, как это вблизи. Узловая полоска оказалась на нашем пути. Двойная сплошная, обгон запрещен, пока я еду за ней. К этим теплицам, которые дают такой мощный свет, под которыми светится небо, собственно. Очень сильный свет освещает все вокруг. Тут даже можно не включать фонари, потому что видимость очень хорошая. И жителям Садового можно не включать, наверное, даже уличное освещение. Вот эти теплицы. Проехал я вдоль тепличного комплекса и понял, что к свету подключено лишь часть теплиц. И если подключат все, которые там есть и которые будут, то это светящееся облако увеличится в разы.